train. It's his train. И завершаем мы наш творческий сезон 5 июля на сцене театрального зала Московского международного дома музыки, где будет представлена одна из последних премьер нашего коллектива, музыкальная комедия Александра Бараева «Здравствуйте, я ваша тетя». Приходите, дорогие друзья, мы будем очень рады и не сомневаемся, что вы получите большое удовольствие. А сейчас мы хотели бы представить вам тех людей, которые помогли подготовить сегодняшний концерт. Музыкальный руководитель концерта, концертмейстер Евгения Грецкая. А также балетмейстеры-постановщики Ирина Левакова и Екатерина Лешко. Театр, заслуженный артист России, профессор Валерий Петров. Художественный руководитель и главный режиссер Московского государственного музыкального театра на Басманной, заслуженная артистка России Жанна Тертельян.